Казахстан всегда уделял важное значение развитию космической отрасли. Мы реализуем собственную космическую программу. У нас расположен комплекс «Байконур», который занимает лидирующие позиции среди других космодромов мира. Почти пятая часть всех ежегодных запусков ракет в мире приходится на наш «Байконур». Благодаря Елбасы полет в космос совершил уже третий наш космонавт. Мы были все свидетелями, радовались этому событию. Вопросы комплекса «Байконур» решаются с российской стороны в рамках дорожной карты по совместному использованию комплекса «Байконур» на 2014-2016 годы. И данный документ был подписан в 2013 году в декабре в Москве, который охватывает вопросы функционирования и развития космодрома «Байконур», города «Байконур», реализацию проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек». В рамках дорожной карты социальные объекты Байконура должны перейти под юрисдикцию Казахстана. Уже на сегодняшний день 6 школ и 1 детский сад в городе мы получили на свой баланс. Если до этого времени школьники учились по российской образовательной программе, теперь обучение идет по казахстанской программе. По остальным объектам дорожной карты работа ведется. Теперь необходимо продолжить поступательное развитие самого города. Правительство для этого будет принимать все необходимые меры.